В Якутии открылась первая ледовая переправа муниципального значения. В Сунтарском Улусе через реку Вилюй, Сунтар-Устье с допустимой грузоподъемностью до 4 тонн. По предварительным данным, переправа Хатасы-Павловск откроется 21 ноября. Но сроки могут быть скорректированы, исходя из фактического состояния льда. За пределами официально организованной переправы никто не может гарантировать безопасную толщину льда, отсутствие промоин и наледей. Напоминаю, что в соответствии с Кодексом об административных правонарушений республики за несанкционированный выезд на лед автотранспорта предусмотрена административная ответственность. На физических лиц от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Уважаемые водители автотранспортных средств, не рискуйте своей жизнью понапрасну, не сокращайте путь, дождитесь официального открытия ледовых переправ, потому что вам никто не может гарантировать безопасность в связи с тем, что переправы не открыты, не допущены и не подконтрольны.